Здравствуйте, я Ольга Витковская. Рада вас приветствовать на канале Форекс Новостей Инста-ТВ. Несмотря на продолжительное обсуждение Европейского центрального банка о вероятности снижения процентной ставки, большинство аналитиков все же не ожидали каких-либо кардинальных изменений от регулятора, и прогнозы подтвердились. Размер ставки сохранился на уровне 0,75%. Основная причина преданности прежнему курсу ЕЦБ – угроза ускорения инфляции. Рост цен на сырье и повышение налогов спровоцировали рост темпов инфляции в регионе. Однако, как утверждают эксперты, управление ЕЦБ скоро изменит свое решение и в декабре снизит ставку к отметке в 0,25% с целью поддержки европейской экономики. На пресс-конференции, последовавшей вслед за окончанием заседания регулятора, глава ЕЦБ Марио Драги в очередной раз отметил слабость экономики валютного блока и массу негативных сигналов к усугублению ситуации в свете снижения прогнозов экономического роста еврозоны днем ранее. Пожалуй, единственным ободряющим настроение инвесторов фактором служит сообщение о запуске программы, получившей название OMT – открытые монетарные транзакции. Суть программы в участии ЕЦБ в скупках среднесрочных государственных облигаций стран, обратившихся к ЕС за финансовой помощью. Первая в очереди Испания, которая с официальным запросом не торопится, а значит ЕЦБ ни одной транзакции пока не провел, и оптимизм держится лишь на ожиданиях. Вы смотрели новости, подготовленные для вас информационной группой InstaForex TV. До свидания.